Прокурор Тверской области провел предновогоднюю встречу с журналистами. Он рассказал об итогах работы органов прокуратуры за прошедший год, остановившись на приоритетных направлениях надзорной деятельности. На встрече побывала и наш корреспондент Наталья Чекет. В должности прокурора Тверской области Сергей Лежников находится только первый год. Однако за это время удалось решить ряд существующих проблем. Например, повысить уровень организации надзора за уголовно-процессуальной деятельностью в органах предварительного расследования, наладить процесс по выявлению нарушений в области обращения с твердыми коммунальными отходами. Решен ряд вопросов в сфере надзора исполнения законодательства несовершеннолетних. Проводили различные проверки, как при питании, обеспечение питания детей в школах, так и при ведении образовательного процесса. Но все эти работы мы проводим, всю эту деятельность занимаемся и будем продолжаться уже в следующем году. Борьба с коррупцией – беда, победить которую можно только совместными усилиями. Подключаться должны и власти, и общественность. Благодаря такому содействию удалось привлечь к ответственности чиновников, которые в своей работе допустили ряд нарушений, за что поплатились своей репутацией и не только. Занимались выявлением нарушений законодательства в сфере закупок. Вот в частности, мы провели проверку в Кимрах, где глава администрации, исполняющая обязанности главы администрации, была привлечена к административной ответственности. Ей выписано в общей сумме штрафов на сумму более чем 600 тысяч рублей. Во время встречи с журналистами прокурор отметил, что СМИ – верные помощники в работе прокуратуры. Размещая информацию о незаконных свалках или невыплате зарплаты на каком-либо предприятии, журналисты заставляют встрепенуться и тут же реагировать. Открытый разговор по актуальным проблемам, соблюдение законности, защиты прав и интересов граждан становится хорошей традицией во взаимоотношениях прокуратуры и средств массовой информации.